начале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. И Слово стало плотью, и пребывало между нами полная благодать и истина, и мы видели славу Его, славу Единородного от Отца. И ты, Вифлеем, земля Иудина, никак не меньше всех иудиных городов, потому что в тебе родится тот, кто будет пасти мой народ Израиль. Где родился царь, чтобы я ему мог пойти поклониться? В те дни приходит Иисус из Назарета Галилейского и крестится от Иоанна в Иордане. И он был в пустыне 40 дней, искушаемый сатаной. И он исцелил множество страдающих от разных болезней, изгоняя множество бесов, запретив бесам говорить о том, что он есть Христос. Куда бы он ни ходил, в села или города, моля его докоснуться до краев одежды его, в тот час получая исцеление. И по обычаю получая их. Был один человек, обладанный злыми духами, который побивал себя камнями. Увидев Иисуса, говорит ему: «Иисус, Сын Божий, не отправляй нас в бездну. Позволь нам переместиться в стадо свиней». Иисус, приближившись к нему, спрашивает: «Как тебе имя?» «Легион, потому что нас много». Приближалась Пасха, и первосвященники искали случая, как арестовать его. Тогда Иуда Искариотский пошел, чтобы предать его. И, собравшись вместе, Иисус сказал им: «Один из вас предаст меня». Приходит Иуда и говорит: «Радуйся, учитель». «Иуда, поцелуем ли предаешь учителя?» Приводят Иисуса в дом первосвященника. Первосвященник спрашивает Иисуса: «Ты Сын Бога Живого?» Иисус говорит ему: «Я». Один из учеников Иисуса именем Петр следовал за ним и, остановившись во дворе первосвященника, грелся в огне. Одна из служанок первосвященника, увидев Петра, говорит ему: «И ты был с Иисусом?» Петр отвечает: «Не знаю, о чем ты говоришь. Нет, я с ним не был». Но тут и другая служанка говорит ему: «Да, ты точно был с ним». Многие также, узнавшие Петра, говорят: «Да, ты из Галилеи, потому что речь твоя выдает тебя». Петр отвечал им: «Нет, я с ним не был». И тут пропел петух. Тогда Петр, вспомнив слова Господа, горько заплакал.